В Миассе под колеса легковушки угодил скутерист. На одном из перекрестков его сбила иномарка. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. Столкновение произошло во время поворота. Водитель Audi уже начал совершать маневр. Неожиданно слева появился парень на мопеде. Иномарка не успела затормозить и сбила юного скутериста. Несовершеннолетний байкер получил ссадины и ушибы.